Мы находимся в Мадриде, рядом с железнодорожным вокзалом Аточи. Видите цилиндрическое сооружение? Это мемориал жертвам терроризма, Вавилонская башня. Этот мемориал был возведен в память об очень трагических событиях. 11 марта 2004 года в 8 утра на железнодорожном вокзале Аточи, то есть в час пик, совершили террористы серию взрывов. Эти взрывы унесли жизнь почти 200 человек, и очень большое количество людей получило травмы, ранения осколочные. Открытие мемориала Вавилонской башни состоялось в 2007 году. Вход со второго этажа вокзала. Как узнаете, двери и стена изготовлены из прозрачного синего стекла, такого темного кобальтового цвета. После короткого коридора с написанными именами почти 200 жертв входим в большой и очень светлый зал. Свет в этом зале льется только через центральный стеклянный купол, освещая 11 метров цилиндрической башни, покрытой прозрачной мембраной. Видимо, из-за этого доступ в мемориал только в дневные часы. В здании вокзала, конечно же, всегда царит шум, суета, много звуков, а внутри мемориала акустическая изоляция, и вы сразу же оказываетесь погруженным в абсолютную тишину. Памятник словно возносится в небо. В этом месте словно разделены одной прозрачной стеной жизнь и смерть. Внутри цилиндра написаны тысячи соболезнований, оставленных на всех языках мира. Это реальные слова от реальных людей. Читать эти слова, а кто не знает языки, то просто смотреть на все это. Непередаваемые сильные эмоции вызывает, слезы накатывают, горло сжимается, невозможно говорить, да и не хочется разговаривать в этом месте.